Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами проведем анализ того провального поражения на выборах в земле Бранденбург, которое вынуждено было испытать партия зеленых. Рикарда Ланг и Амит Нурипур, вот эти вот главари партии зеленых. Буквально несколько дней спустя, через три дня после вот этого вот провала на выборах, собрали верхушку своей партии и на этой конференции они громко заявили о том, что партия зеленых очень гордая и она не допустит того, чтобы этой партии понукали, помыкали, поэтому зеленые выходят раз и навсегда из правительства. Больше их в этом, скажем так, некоррупционном, но недостойном их мест в правительстве не будет. Что же послужило причиной для такого вот заявления Рикарды Ланг и Омида Нурипура? Оказывается, в земле Бранденбург для того, чтобы войти в Лантак, им нужно было хотя бы для одного мандата набрать минимум 5% голосов, а они набрали 4,9%. Вы все прекрасно знаете, что партия АФД набрала 29,5%, СПД набрала, по-моему, 31 или 32%, и объединение Сары Вагенхнехт тоже набрали, по-моему, 14 или 15%. Все остальные высыпались в трубу. Ну, а про зеленых-то и говорить нечего. Так вот, Рикардо Ланг и Амит Норипур, когда собрали вот всю свою толпу вот этих вот главарей своих однопартийцев, заявили вот так вот громко. Но они вообще умеют громкие слова кидать на ветер и приписывать себе успехи других, а в неудачах винить правительство. Ну, в общем, когда у них случается какой-то бардак, то виноваты не они, виноваты или жители страны или политики, когда они ничего не могут сделать, то они притягивают к себе успех других политиков. Так было с теми же самыми ветряными мельницами, вот этими ветряками по всей Германии. Зеленые кричали, благодаря нам, зеленым, в Германии столько мельниц, вот этих вот ветряков, накопителей энергии ветряной. Но еще до зеленых решали альянс ХДС, ХСС, продвигали в правительство проекты, по внедрению вот этого вот строительства крупномасштабного по Германии, для того, чтобы ставить вот эти вот ветряки, накопители энергии. Зеленые тут ни при чем, но они любят кричать, что это они, это благодаря им. Ну а тут, раз уж они вылетели в трубу, они выкрутились по-другому. И Рикарда Ланг сказала, что эта страна еще пожалеет о том, что мы ушли. Они не понимают, кого они теряют. Но в этом правительстве нас больше не будет. Они могут даже нас не упрашивать, мы туда не вернемся. Знаете, почему она это сказала? Потому что нужно же было как-то оправдать свой вот этот провал, да? Вылетели! Просто вылетели ни единого места, ни единого голоса, скажем так. Надо же было как-то оправдать этот провал. Вот она и сказала, что. Они сами уходят. Мол, типа правительство не оправдало их ожиданий и не пошло им навстречу в э, осуществлении глобальных проектов по защите и сохранению климата на всей планете Земля. Но мы прекрасно знаем, как в Перу отправлялись денежки на строительство велосипедных дорог, не без помощи зеленых как наш ми министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек кричал и до сих пор кричит, что все обязаны поставить себе тепловые насосы дома вместо центрального отопления, потому что это будущее. Ну какое же это будущее, если тебе отключат электричество зимой? Где-нибудь на подстанции, где-то замкнет, от мороза что-то лопнет, вый выйдет из строя какой-то агрегат. Электричество перестанет идти, а на улице зимой, иногда в Германии бывает мороз минус 20. Это, правда, бывает только максимум 5-6 дней, но эти 5-6 дней Германия обсуждает потом весь год. И вот ну, были сильные морозы, было минус 15, минус 20, там э, замерзла синичка, э, примерз воробей – Машины Теслы не заводятся. Ай-яй-яй-ой-ой-ой. -ой -ой. Ну, это буквально 4-5, максимум 6 дней. Потом опять наступает оттепель. Морозы бывают максимум минус 3, минус 5. Я не говорю про горы в горах там другая, другая эпопея. Ну, и вот, к примеру, во время мороза лопнула какая-то машина на подстанции, перестало идти электричество, а вот этот насос тепловой, он-то работает, от электричество. И вот люди будут мерзнуть и вспоминать добрым словом Роберта Хабика, вице-канцлера, министра экономики страны. Недолго им осталось, скоро они все оттуда уйдут с этого правительства. Это я, это, это я не с сарказмом, это я не с издевкой, это я так с иронией говорю о том, что происходит сегодня вокруг нас. Естественно, когда в Лантаге, в Бранденбурге распределили уже между собой места, партия СПД заявила открыто, мы с АФД работать не будем. Мы лучше будем работать с Сарой Вагенкнехт. Опачки, приехали. То, откуда Сара уходила, то, от чего открещивалась в первую очередь партия СПД, возвращается обратно. Теперь Сара будет работать вместе с ними, и они будут охотно состоять с ней в альянсе. Почему так? Потому что они как огня боятся АФД. Если они войдут в альянс с АФД, то тогда эта партия белоголубых задерет свой хвост и начнет... Ладно, не будем. Что они начнут? Все прекрасно это знают. Поэтому затрагивать вот эту тему у нас на канале мы не будем. Посмотрим. Да, кстати. Кстати, да. Вот я сейчас вздохнул. Я, конечно, я, я, вам, я вам признателен, дорогие зрители, зрительницы нашего канала. Я вам всем признателен за то, что вас так беспокоит ее состояние здоровья. И каждый раз, когда вы смотрите видео, вы говорите, вы очень часто вздыхаете. У вас, наверное, как там, пролакс или э, клапана сердца, что-то такое. или э, Кто-то мне написал, вам нужно проверить сердце, у вас порог сердца. Кто-то написал еще, э, проверьте ваше сердце, вы очень часто вздыхаете, э, а это нехорошо. Я, я вам в первую очередь, я вам, конечно, благодарен за то, что вас беспокоит э, состояние вот такого человека, как я. Хотя, в принципе, я... Для многих не, никто, капля в море. Но <laughs> спешу вас заверить, что у меня со здоровьем все в порядке. Действительно все в порядке, и тем более с сердцем. Когда-то там если где-то болел, там или еще что-то, но это же это было когда-то. Но с сердцем, слава богу, все в порядке. А вздыхаю, ну так потому что политическая ситуация в стране такая. Остается нам только вздыхать и да разводить руками. Вот такое у нас сегодня было с вами короткое видео. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий и всем удачи. Пока.